Привет, зритель! Сейчас тебя ждут пустые баночки сентября. Аж даже в сентябре, потому что еще 30 сентября не закончилось. И я вот все-таки решила сегодня записать. Ну, смонтирую, возможно, завтра, может быть, сегодня, хрен знает. Ну, вот как-то... Там еще будут когда-то пустые баночки еды, которые в этот плейлист съедобно-несъедобно. В общем, если тебе интересны пустые баночки, ты их жаждешь, ждешь вот от месяца к месяцу, то... Welcome to Hell просмотру. У меня закончился замечательный гель с озоном от зрительницы Ани. От новой, кстати, зрительницы. Зайтун с маслом розы. Гель-крем. Крем-гель для душа. Зайтун, дамаска роза и мелисса для чувствительной кожи. Кто тут у нас? Иордания. Очень классный гель. Я его заюзала весь до конца. Мелиссу я там вообще не учуяла, но именно роза там, ну, может быть, мелисса, конечно, там есть. Я чуяла исключительно розу. Очень классно, будто вот в эфирном масле розы, в масле розы плаваешь, мылишься, шикарно пенится, шикарно моет тушку, шикарный аромат. Вообще очень-очень классный гель. Жаль, закончился. Но я даже не знала, что такие существуют. Но вот теперь буду знать, если на зоне увижу, то закажу себе. Спасибо, Аня, за подарок. Очень классный гель. И удобно, кстати, дозатор. Все вообще шикарно. И он еще чуть-чуть пахнет розой. Но там уже ничего нету. Трындец. Так. Так как у меня все в одном пакетике, то придется, видимо, доставать и выкладывать, потому что тут есть и то, что вот на этот, на съедобное, несъедобное. Вот у меня сегодня буквально закончились ароматические палки. Индийские благовония. Вон тут даже только сегодня увидел Верещагин, всадник, воин в Джайпуре 1881 год. Это тут на упаковочке. Расслабление и спокойствие, наивысшее качество. Агарбати. Что-то в этом роде. От Алены, я не помню, то ли она с ней какая-то, вот я ей что-то послала, она мне что-то послала, то ли она у меня конкурс выиграла и в ответку мне что-то присылала, вот палочки, инструкция по эксплуатации, и все бы ничего, но если на палочках написано «расслабляет», меня не бодрят. Вообще меня любые, я так поняла, аромапалочки бодрят, вот мы с Аней, предыдущий гель как раз вот, предыдущий продукт от нее. Эту тему обсуждали в личке ВКонтактике. Ее тоже палочки бодрят. И вот я сегодня бодрилась палочкой, но вот она как-то, в общем, умерла она очень быстро. Догорела и как-то меня не особо взбодрила. И пришлось бодриться уже аромалампой. Но до этого как-то я вечером зажгла эту палочку. Часов, допустим, 8 и часа в 2 я легла, потому что я убираться стала, еще что-то стало, меня так взбодрило. Короче, очень классные аромапалки, я вообще тащусь от аромапалок. На самом деле, у меня еще немножко есть аромапалок. Блин, а где же они? Ну, где-то они у меня стоят, эти аромапалки. Думала, так вот, чтобы показать, они, видимо, этажами выше. Розы, я их 100 лет назад покупала, ну, может, даже, я не знаю, в начале... 2000-х, возможно, у меня даже еще аромалампы-то не было, а палки уже были, уже юзались. Там еще немножко этих палочек розы, они еще живы. Так, это чего у нас? Это у нас, ну, кстати, у меня сейчас в юзанье немножко еще осталось. Ой, то я только сейчас заметила, тут такая печаточка, как вот на письмах делают. Печатку такую, марка, не марка почтовая. Выгодная цена, натуральное мыло, ассорти... Молоко и мед, 99% натуральная основа, отделана по ГОСТу 28546. Итальянская технология, семейная, мягкая для рук. Мыло «Весна», опыт 75 лет, 90 грамм. Хорошее такое мыло, беленькое. Ну, как бы оно не кремовое, ну, или ближе к кремовому. Ну, хорошее такое мыло, очень экономичное. Это подарок от Лёльки из Тюмени, моей подписчицы. Она мне стабильно мыло дарит, и вообще полезные такие посылки. Большое спасибо тебе, Лёлька, очень хорошее мыло, оно мне нравится. В общем, оно мне как бы еще там, ну, скажем так, 1/3 или 1/4 кусочка осталось.
Тут еще есть одно мыло, и тоже, кстати, от Лёльки. Это у нас крем Абсолют, 99% натуральная основа, 2 в 1, природная защита, нежность рук, антибактериальное крем-мыло, чайное дерево, масло и пантенол, не содержит триклозан. Тут, по-моему, тоже 90 грамм. Я вот такое мыло вообще первый раз пользовала. Ну, как бы я знаю, что узнала, что вот эти антибактериальные мыла. Антибактериальное мыло номер один в России. Но вот сама в реале подпользовалась впервые вот именно благодаря своей подписчице, опять же, Лёльке из Тюмени. Спасибо тебе и привет! Так, пёрышко вон тут, нежное пёрышко. Так, что это у меня? А то у меня сегодня закончилось. 100% натуральное эфирное масло «Роза». Фирмы, где она тут, кажется, Аспера, да, Аспера, не верьте, не 100% натуральная, но, конечно, натуральная и 100% эфирная, но не масло розы, даже не 100% эфирная, тут состав 20% раствор эфирного масла розы в масле жожоба. Я вот сегодня его уделала, сейчас покажу. Ролик этот уже на канале, я на телефон писала. Тут то, что вот налипло, это уже воск. Потому что как-то я его умудрилась окунуть, и воск быстренько налип и засох. Оно, конечно, пахло розой, но не оправдало мои ожидания. Тут был 1,2 миллилитра. И стоило оно 79, я уже вот сняла тут эту цену. Наклеечку 79 рублей, короче, оно стоило, в аптеке продается. Вообще масла эфирные фирмы Аспера, они хорошие. По большей части мне именно 100% попадались. Первый раз вот такое было разочарование. Как само по себе, да, вот тут тоже 79 другой стороны. Наклеечка с аптеки. Оно как бы действительно пахнет розой. Вот в косметические какие-то самопальные средства очень хорошо добавлять или не в самопальные. Но я хотела им чисто как ароматизировать воздух. Думаю, что это роза. Хотя у меня есть эфирное масло роза натуральных масел. Ролик вот на монтаже сзади меня стоит. Другой тут ролик, это парфюмерия. Я решила не расставаться с этим смартбуком, потому что хоть и он у меня уже год как выставлен был на продажу и на Авито, и на Юле, или как там ее, но что-то продавать за 1/10 цены нормальный рабочий, но смартбук как-то уж лучше себе оставить. Я решила себе оставить. Вот тут можно делать массаж, ароматизация воздуха, ванны, компресс, обогащение косметических средств. Но что-то я как-то слегка охренела. Скажем так, ему троечка, чисто вот даже не за честность. Но вот я его покупала исключительно, что да, натуральное эфирное масло. Натуральное эфирное масло. Все бы такие масла были натуральными эфирными. Так, лучше б не были. У меня закончилось это вот подарок от Лёльки. Пардон. Сейчас я тогда возьму подарок от Лёльки. Это не то. А то будет как-то не так. Это, слушайте, у меня тут пошли что-то такие, которые я сама себе покупала. И то, что мне дарили, и не Лёлька. Ух ты, сколько у меня тут эфирных масел. Вот, подарок от Лёльки. В какой-то посылке она меня тогда спрашивала, что бы я хотела. Ну, как бы что-то она, зная меня, посылала, то, что мне подойдет, то, что-то я именно хотела. И вот я хотела Avon's Планета Спаси, я не Востока, с экстрактом белого чая, очищающее средство для лица 150 мл. Это я не знаю, что из какой посылки. Прошлой, позапрошлой, позапрошлой. Пардон, зеваю. Ай, не могу, зеваю. Что, у нас весь день сегодня ливень. И зевать сам черт велел, даже сам ливень. Я ее половину вот этой флакончика я ее брала с собой в деревню, и не поверите, такое шикарное средство. Оно не только хорошо смывает макияж, правда, из макияжа пользуюсь в основе только вот какой-нибудь блеск для губ, помада для губ, бальзам для губ, что-то такое. Оно и хорошо вот умываться, им хорошо, допустим, пару капель в тазик для ног.
Хорошая ванночка для ног, отличная просто. И можно даже помыть тушку. Вот в деревне я что-то как-то лоханулась, не взяла гель для душа, забыла. А позарез надо. И был только шампунь, и вот это. Я на губку капнула капельку. Слушайте, такую хорошую пену дает. В общем, очищающее средство для лица и тела, можно сказать. Универсальное очищающее средство для лица, тела, ног, вообще для всего. Волосы я им не припомню, мыла или нет, то не помню, честно. Но тушку очень хорошо моют. Отличное средство, 150 мл, очень экономичное. Я даже не отливала немножко в какой-то контейнер, брала с собой в Абхазию, как умывалку. И тоже там пару раз юзала как гелик для душа, потому что не помню, что я там брала, это какой-нибудь гелик для душа или мыло. Мыло у меня какое-то вроде было самопальное. Ну, в общем, отличное средство, 5 с плюсом. По 10-бальной шкале я бы ему 10 с плюсом поставила. Спасибо Лёрке, я его покупала такую штучку еще, когда была представителем Вейвен. Ну и вот Лёрка мне дарила. Теперь сейчас обозрю то, что я достала до этого. Это подарок от Ани. Сезона, который вот тут заказ я обозревала, это заказ на мое имя. Бальзам-кондиционер для волос маслом брокколи. Мастерская Олеси Мустаевой. У меня уже было что-то от Олеси Мустаевой из коробочки красоты от подписчицы Иры. И тут у меня, кстати, будет следующее средство как раз вот от подписчицы Иры. На 5 применений хватило. Так интересно, пахнет вот этой брокколи или еще чем-то. Ну, такое вот я брокколи никогда не нюхала. Так специально я еду вообще как-то редко нюхаю. Вообще нюхать еду я научилась благодаря Ютубу, видеоблогингу. И иногда друзья мои говорили вот там. Но они по большей части нюхали чай. Типа вот чай там так-то пахнет или еще что-то. Ну, как бы, когда готовите еду, там аромат дает, но специально еду я никогда не нюхаю. Я ее или ем, если ее надо есть, да, вот, съедобная еда, или пью, если это какой-нибудь там чай или кофе. В общем, аромат именно вот этой самой брокколи. Написано, что на волосы надо наносить, отступив от корней 5-10 сантиметров. Я пару раз наносила, действительно, отступив 10 сантиметров. Они пышные такие, чистые, хорошо расчесываются. Последние 3 раза наносила уже полноценные. Они тоже пышные, чистые, хорошо расчесываются. Как Аня сказала, баловство. Вот, ну, реально такое баловство. Тут 120 грамм, сделано в России, ну, как бы... И вот последний раз я ее применяла, этот ролик уже на канале смонтировался, где там говорю, ну там правда мукбак, это вот не все такое любят, ну если интересно, можете глянуть фоном, чисто я там что-то говорю. И помимо этого говорю про это, что то в один момент получилось использовать как маску, случайно совершенно. В общем, хорошее такое средство, реально баловство, маленькая баночка, на 5 раз хватит, но если у вас волосы покороче, чем мои, думаю, на 10 раз хватит. Интересное такое. Спасибо Ане, и вот это такое зверство я с ним сотворила, с этим кремом. Там где-то еще в пакетике валяется вот эта шкурка от него, ну верхняя часть. Это крем для рук и фраше, сделанный в России под присмотром Франции, но отлично так сделанный на совесть, 75 мл, после вскрытия 12 месяцев, он у меня дольше был после вскрытия, за счет чего загустел, но своих этих качеств не изменил совершенно. Это крем для рук, мандарин, лимон и кедр. По-моему, это лимитированная коллекция, может быть, он еще есть, я не помню точно. Это Plaisir Natur, обновленный серия. Насладитесь тонизирующим и искрящимся ароматом мандарина, лимона, кедра. Очень классный крем для рук. Настолько классно, он еще экономичный, и он ну, долго, очень долго не заканчивался. И вот, ну, наконец-то я его... Когда он уже перестал выдавливаться, я его срезала, потом вот так разрезала. И вот все. Все. В общем, очень классно. Спасибо Ире за подарок. И если они еще есть в Фраше, вот буду, допустим, в Ярике, или будут там какое-нибудь новогоднее предложение, когда вот я, правда, переехала с той квартиры на эту, мне перестали приходить эти бумажные письма с Фраше, и я потом одно время долго не заказывала. В общем, бумажную почтовую рассылку я не получаю. Эти открыточки с Фраше мне не ходят, хотя я уже обновила свою карту, как бы они должны снова ходить, но на тот адрес, куда они ходили, они что-то не идут, на мой тем более не идут. Ну и когда в Ярик в следующий раз поеду, в Фраше не знаю, но
Если вдруг что, и вдруг обнаружу на сайте, или буду все-таки в Ярике там на улице Кирова в Эфраше, то я себе такой приобрету крем, потому что очень классный, хороший крем. Я вам советую. Вот есть, допустим, у них лимитированные крема для рук коллекции новогодних. Они такие жиденькие, как бы на раз, ну вот особого увлажнения или питания там от них нету, чисто больше аромат, так вот, баловство, скажем так. Даже баловство в том плане, что крем как крем. Крем одно название, а тут действительно увлажнение было, очень классно крем. Спасибо, Ире. У меня практически закончилось, я уже остатки выскабливаю вот, на губах именно она. В большинстве роликов именно она на губах есть, последних. Это помада кремовая от NYX, от подписчицы Диляры. Я не знаю, смотрит она меня сейчас или нет. Это вообще, наверное, в 2016 году, кажется, она мне это дарила. Там было две таких помады. Это у нас Madrid S, которая как доллар, MLC27C, тут как S русская. Номер ее, я не знаю, сфокусируется камера или нет, ну, в смысле, увидится или нет. Я отсюда не очень так вижу. Но тут, кстати, с этой стороны есть тоже, только Madrid не написано. И очень удобная в использовании, она мягко ложится, увлажняет губы. Губы, ощущение, вот когда она уже высыхает и впитывается в губы, и краска при этом, ну, цвет остается с вами. Кстати, очень стойкая такая помада, и ощущение, будто вот пудровое такой, какой-то приятный настил, на слой, не знаю, в общем, как бы приятно на губах она находится. Вот, а. Вот такая вот кисточка. Вот такой вот флакончик. Там после вскрытия 18 месяцев она живет. Я не знаю, прожила она эти 18 месяцев или чуть больше, но вот если еще совсем чуть-чуть, наверное, как-то вот уже никак. Может быть, на один раз еще наскоблить останется. Ну, оно вот я уже решила, что оно будет в пустых баночках, потому что сейчас я пыталась ей накраситься, вот реально выскабливала по сусекам, по стеночкам, как вот колобка там эти бабушка с дедом собирали, да, в русской народной сказке, так и тут. Спасибо Диле, очень классная помада, и у меня есть пара помад от NYX, тоже кремовых, но не таких фееричных цветов, фиолетовая или сиреневая даже, ярко-оранжевая, бывшего зрителя Влада, не знаю. Ну, есть такие бывшие зрители, которые отписываются, а потом снова подписываются, а есть, которые отписываются и с концами. Не знаю, как уж, в какую категорию этот Влад попадает, но те такие, это вот чисто стёба ради, там, пошокировать народ, подразнить этих хейтеров. А вот такая помада, вот, ну, похожий цвет еще был. Мне нравятся такие оттенки очень. У меня похожего оттенка есть помада от Avon, матовая, подарок от Лёльки подписчицы. Вот та, которая тут уже вот эти мыло и пенку вот эту Avon-овскую, я обозревала как раз ее. И я думаю, может быть, себе закажу на NYX такую помадку, потому что, в принципе, как бы подобные оттенки у меня еще есть коллекции, скажем так, этой декоративной косметики. Ну, декоративная, как я уже говорила, там помады, блески, там бальзамы для губ. Ну, еще лаки иногда для ногтей. Но вот все-таки она настолько удобная и классная, что я прям влюбилась в нее. Так, у меня закончился, и второй стоит еще, юзается. Это я покупала, когда последний раз была в Ярике. И Фраше My Green Summer, мое зеленое лето. Гель для душа и для волос и тела. 200 мл, сделанный во Франции. Парфюмированный гель для тела и волос. Очень классный. Он мне так понравился. Когда его еще там вот эти тестеры у них или что-то такое можно было понюхать, я сразу два взяла. 169 рублей он стоил. Я на тот момент, ну так уже практически год ничего в Фраше не покупала. И мне показалось, эти 169 рублей какая-то смехотворная цена. Хотя вот, ну, в принципе, раньше у них вот эти лимитки стоили намного дешевле. Даже за 129,99 были Monoteo Vert, и на Франции оно идет. И, короче, я его по большей части использовала как шампунь для волос. Очень классно промывает волосы, очень экономичный. Как гель для душа тоже очень экономичный, густенький такой. Ну, не сказать, что-то фига густенький, тут уже вода одна осталась, окатила флакончик.
хорошо промывает волосы, хорошо промывает тушку. Не обязательно пользоваться каким-то бальзамом или там маской, или еще чем-то, или каким-то еще ополаскивателем. Хотя иногда вот тут снова возобновила, вот сегодня, правда, не делала. Вчера, позавчера у меня был отвар там крапивы для волос. Мою я отварами волос намачиваю, потом, значит, намыливаю, потом смываю этим же отваром. Ну, не этим же, чем намочила, вот все тем же, короче, отваром. На тот момент сделанным. Очень классный, 5 с плюсом. И вот если на сайте он еще есть, или вот. Короче, если будет возможность, то я себе его, конечно, закажу. И вот сейчас у меня второй флакончик стоит, использование где-то наполовину заделанный. Так, спасибо мне, что я его купила, да? Ванили. Радуга ароматов, эфирное масло 1,5 мл. Покупала довольно-таки давно, уже не помню, сколько стоит, реально 100% ваниль. Я еще думала, что это у нас Аспира, но это именно Радуга ароматов. Кстати, вот для тех, кто интересуется эфирными маслами, не знает, что выбрать, Радуга ароматов, Аспира и натуральные масла, они отличные от фирмы. Единственное, что вот в Аспире действительно, если вот такие книжечки, надо смотреть, что там, сто ли оно процентное. Отличное масло ванили. Так. Лаванда у меня закончилась. Эфирное масло. Натуральные масла. Много раз уже, наверное, что-то такое обозревала. Может быть, даже ее. Ну, не именно этот флакон, конечно. Покупаю, добавляю в как ароматизатор, как аромат или что-то такое. В общем, как дезодорирующее средство дополнительное в свои домашние дезики, самопальные дезодоранты на кокосовом масле и воске пчелином, которые я делаю. Мыло самопальное, ну, ручную работу, правда, благодаря Лёльке я сейчас не делаю мыло практически. Просто добавляю как... Можно на пару капелек там на виски, если у вас мигрень, иногда помогает, если она не очень сильная. Можно как в аромалампу, ароматизация воздуха, иногда несколько капель капаю в ванну, чисто вот как ароматизация ванны, чтобы принять ванну. Я собиралась сегодня ванну принять. В общем, после записи видео пойду делать себе ванну. Вот, классное эфирное масло. Вот у нас Аспира мята. 100% натуральное эфирное масло. Тут действительно масло мяты без всяких жужоба. Точно так же, как и лаванду использую. Тоже вот в дезодоранты. Мяты чаще мажу голову, когда она болит у меня, вот мигрени. Как бы они, ну, не то чтобы часто, сейчас, скорее всего, редко, но очень метко, так, на неделю. С прошлого вторника. Идет сегодня понедельник. Ну, и вообще... Мята. Я люблю всякие эфирные масла. Так, чего у нас тут? У меня закончилось. Clean & Care сорти бальзам с алоэ вера. Сейчас у меня стоит похожий, по-моему, может быть, тоже с алоэ вера. Может, я уж не помню, какой там аромат. Но это 450 мл, а там у меня 900 мл. И вот, ну, хороший. Он, конечно, не настолько экономичный, как, допустим, Фэри, но он... Мне больше нравится, чем Фэри, он намного лучше с посудой. С грязной посудой справляется, чем Фэри. Сегодня вот узнала от своей тети, что пемолюксом можно оттереть кастрюлю снаружи, если она ничем не оттирается. И содой она тоже не оттирается, а содой можно убрать налет чайных чашек. То бишь, только вот это можно содой убрать, а вот то, что я обычно пыталась отмыть, нифига. А я тогда как-то отмывала кастрюлю, забыла чем. Вот, оказывается, пемолюксом. Придется завтра идти за пемолюксом. Короче, в общем, сорти, я знаю, что раньше была капля сорти, видимо, отдельно сорти, вот то ли они разделились, а теперь просто капля-капля. Помню, что когда-то вот только появилась вот эта сорти, она называлась капля сорти. Мне нравилось очень, в общем, и капля, и сорти, отличные средства. Вот, для посуды советую. Ну, я обычно беру по скидке, где-то там рублей за 29-30, вот такой флакон. В принципе, на месяца полтора где-то хватает, иногда на месяц, когда как. И еще одно мыло от Лёльки. Тоже весна, 75 лет, опыт работы, главаптека, одобрена медиками, депантенол, пальмовое и кокосовое масло. Депантенол успокаивает и не сушит, увлажняет и увлажняющий, устанавливающий эффект. Пантеноловое крем-мыло, натуральное мыло. Классное очень мыло. Слушай, вообще так понравилось оно мне. Очень хорошее, классное мыло. Спасибо Лёльке. Так. Ой-ой. Сейчас даже скажу, каким-то я
Им, по-моему, даже пару раз мыло тушку, как вот просто. Так, это что у нас такое? У меня закончились ватные диски. Я их практически постоянно покупаю. Сейчас у меня несколько другие диски, и потом они будут в пустых баночках следующего месяца, и будут дизлайки будут практически. Ну, как бы нормально, но не очень. Вот каждый день он лучше. Каждый день это ашановская марка, ватные диски, 100% хлопок, состав 120 штук. Обычные ватные диски. Летать не умеют. Поэтому переплачивать за такое, я считаю, как-то глупо. Вот, кстати, эта штучка от того крема, который Ира дарила. От Ифраше. И последняя баночка пустая. На самом деле там чуть-чуть осталось, но у нее такая коротенькая ножка, что вот у меня не получается выпрыскать до конца. Очень жаль. Это духи от Oriflame. Подарок от Лёльки, это, кажется, белый шоколад и клубника, или шоколад и клубника, что-то такое. Очень интересный флакончик, такая вот шляпка, практически ведьмочка с Хэллоуина, тут такой бантик, как бы такой кружевной. Коробочки у меня уже, конечно, нет, я ее... Обычно я коробочки не храню от духов. Они, конечно же, еще пахнут очень классно, они за полтора месяца у меня ушли... Буквально все, вот тут вот реально, вот совсем чуть-чуть осталось, я не знаю, как это вот, может как-то можно эту штуку отковырнуть и это оттуда высосать, вытащить, чтобы можно было допрыскать. Ну вот у меня через раз просто стали они прыскаться, и последние разы вот просто не получалось, вот сейчас получилось. В общем, я их пока оставлю, может кто-нибудь в комментах мне подскажет, как их можно извлечь. Интересный флакончик, интересный дизайн, отличные духи, хорошо держатся, стойкие, можно сказать. В общем, мне очень понравились, спасибо Лёльке за подарок. Ну и вот это все пустые баночки сентября 2019 года на сегодняшний момент. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока!